Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим на такую тему, почему YouTube отписывает подписчиков с канала. Ну а перед началом данного видеоролика не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал и написать свой топовый комментарий. А мы начинаем! На это есть одна причина – не накрутка подписчиков, не там, я не знаю, подписчики начали резко отписываться, а причиной является то, что YouTube видит, как быстро развивается ваш YouTube-канал, и YouTube в самом начале будет пытаться отписать как можно больше подписчиков. Взять в пример мой канал. За последние 3 дня от меня отписал YouTube более 50 подписчиков. Но у многих могут возникнуть вопросы, такие как: какая же выгода от этого YouTube? Я отвечу вам, ребята. Есть много людей, с которыми это случилось, и они перестали снимать видеоролики и даже забросили свои каналы. Так вот я о чем. YouTube хочет знать, будете ли вы, несмотря ни на что, снимать дальше видеоролики или сразу же сдадитесь и не будете активничать на своем канале. На самом деле YouTube нужны такие люди, которые активно развивают свои каналы. Потому что после того, как у вас будет доступна монетизация, то есть у вас на видеороликах будет реклама, и вы будете зарабатывать деньги со своих видеороликов, YouTube также будет хорошо зарабатывать на ваших видео. Так вот мой совет. Никогда не сдавайтесь и активничайте на своем канале до конца, так как этот период отписывания в скором времени закончится для вас. И после этого у вас будут появляться все больше и больше подписчиков, и у вас будет расти актив.